Единые карты учащегося. Чебоксарские школьники теперь могут не только оплачивать питание в столовой и платные образовательные услуги. С этой недели ЕКУ можно использовать и в качестве проездного в общественном транспорте. Правда, ездить по единой карте учащегося можно только на троллейбусах, сообщает онлайн-платформа «Сетевой город». Проезд будет стоить 650 рублей в месяц. Сама по себе карта школьника проездным не станет. Пластик нужно привязать к системе. Сделать это можно в офисе ЕТК. Для этого с собой необходимо принести сам ЕКУ и справку из образовательного учреждения, говорится на интернет-ресурсе. Ежемесячно выполнять карту на оплату проезда родители школьников смогут либо в офисах ЕТК, либо на почте. По данным компании, за два дня за эту услугу к ним пока никто не обратился.